Всем привет, с вами Приен. Сегодня поговорим о такой интересной настройке Твича, как показ записи и прямая трансляция. Да, это две новые функции, так сказать. Хотя я не так начал. Первая функция стартанула относительно недавно, ну а вторая появилась, собственно, с момента создания этой платформы. Итак, прямая трансляция, все просто, вы подрубаете стрим через OBS или какую-либо другую там программу пользуетесь, запускаете трансляцию, люди в прямом эфире видят, как вы делаете какой-то контент, общаются с вами, и все хорошо. Но помимо этого есть другая сторона стримерского контента. Это показ записей. Введен он, по-моему, с середины августа и пользуется такой неплохой активностью. Вещица такова, что когда вы отстримили, когда прямая трансляция полностью прошла, она сохраняется во вкладке видеоматериалов канала. И эти видеоматериалы теперь можно запускать по новой. Допустим, я сейчас остановлю эту трансляцию записи, которая идет в текущий момент. Сейчас это дело остановится. И нажав кнопку «Добавить видео» в управлении каналом, собственно, информационная панель, панель управления. Вкладка «Вот трансляция» мы добавляем видео, добавляем абсолютно любой плейлист, который хотим, и абсолютно раскидываем, как хотим, и делаем абсолютно все классные вещи. Как только это сделано, мы кликаем «Запустить трансляцию», все это дело запускается. И в правом верхнем углу, за место не в сети, будет гореть серым кругляшочком и такими серыми буковками будет написано «Вот каст». Если же стрим идет в прямом эфире, то будет написано «Прямая трансляция». Все предельно просто, и периодически люди, заходя ко мне на стрим, спрашивают, мол, а я вот заходил сегодня утром, и у меня было такое чувство, что я общался сам с собой. Макс, может быть, ты игноришь чат? Ну, вообще, у меня такой темы нет, что я игнорю чат. Обычно, если я не читаю чат какое-то время при прохождении ключика, или при какой-то личной бомбежке, или при совершении каких-то дел не в игре, не связанных маленько со стримом, то все-таки я чат отлистываю и стараюсь ответить на все те вопросы и пожелания, которые были написаны. Ну и к тому же в названии стрима я стараюсь все это дело поддерживать, написав название «Запись» или убрав эту надпись. То есть если название убрано, слово «Запись», значит идет прямая трансляция. Если же есть что-то типа такого слова, как «Запись» или «Вот каст», то это транслируется уже тот контент, который был ранее записан. И увидеть меня в чате вероятность крайне мала, на самом деле. Для этих целей, чтобы меня увидеть, услышать вне стримов, есть ВК-группа. Личные сообщения в ВК и заявки друзей я, конечно, не особо часто принимаю. Но все же принимаю по настроению, на самом деле. Кому-то отвечаю, кому-то нет. По уж совсем глупым вопросам по типу «Скинь оружейную своего персонажа». Даже не знаю, то есть отвечать вообще таким людям или отправлять их обратно на стрим. То есть слишком все сложно, на самом деле, как оказывается, открутить страничку вниз и посмотреть, что же у меня там с гильдиями, что вообще происходит, глянуть там мой инстаграм, какие-то прочие вещи. Оказывается, зачастую это кому-то сложно. Да. Видео-то, собственно, к чему? К тому, что вот люди недовольны, что у меня вот касты или там прямые трансляции. Кто-то вообще меня начал винить в том, что у меня в принципе нету прямых трансляций теперь на Twitch-канале. Ну, знаете, если заходить ко мне на стрим на одну минуту раз в день, вероятность увидеть живой стрим, дайте-ка подумать, 1 к 1440. Я вам могу так сказать с полной уверенностью, эта вероятность крайне мала, намного меньше, чем 0,1%. Не знаю, может быть,
когда-нибудь вам повезет тогда, и вы увидите прямую трансляцию в то время, которое вы заходите, но шанс 1 к 1440. Надо, кстати, подумать. На самом деле, весьма очень интересно. Смотреть подкасты или не смотреть, дело ваше. Какая моя польза с них? Моя польза с них такова, что мой канал всегда находится онлайн, он всегда находится в списке Warcraft стримов, хоть даже и на каком-то относительном дне, но все же. То есть, если же вы будете смотреть эти записи стримов, то есть даже вот, даже открывая вкладку WoW'а, и там, ну, других игр, а будет написана приписка. Вот трансляция, сереньким, маленьким. Я сейчас приближу, чтобы вы это увидели. Вот трансляция. Ну, и все это дело спокойно видно и отслеживается. Не знаю, почему у людей до сих пор встречаются такие вопросы, что... А я с записью ли разговаривал сегодня утром? Вот. Если же будете сидеть на этих записях, я буду только благодарен вам. Канал будет выводиться в топы и... Это как-то привлечет новую аудиторию, заставит меня тщательнее относиться к своему контенту и повысит мне настроение. Все-таки больше зрителей, больше настроения, больше каких-то мыслей о том, что ты нужен этим людям, ты нужен этой вкладке игры, что ли, не знаю, то, что люди в тебе нуждаются. На самом деле это классно, когда люди в тебе нуждаются, когда хотят узнать от тебя какого-то совета, какого-то наставления по тому или иному фактору в игре. Ну, это какие-то мои мысли по поводу этого. Я даже не знаю, как этот видос назвать на самом деле. Я назову его «Презажрался» или что-нибудь такого. Не знаю. Напишите какой-нибудь свой комментарий под этим видосом, и я подумаю на самом деле, как лучше назвать это видео, потому что каких-то мыслей и какой-то вообще фантазии у меня, в принципе, не особо. На самом деле, в последнее время моя фантазия как-то истощается, потому что слишком выматываю свои нервы в последнее время. Но, надеюсь, скоро все придет в норму, и все будет, в принципе, хорошо. Такие ровные полосочки. Архитектор, ювелир. Ладно. Всех вам благ, счастья, здоровья, смотрите стримы, неважно, запись это или прямая трансляция, задавайте вопросы в чате, надеюсь, что вам кто-то ответит, если не ответят, то есть вы как группа, заходите туда и все всегда смотрите. Ссылочки абсолютно на все там аддоны мои, там моя ВК-группа, мой YouTube, можно там копеечку закинуть, поддержать, ну вот, там всякие вопросы-ответы, вкладка о себе, всякая интересная информация. Все есть, все картинки кликабельны, если интерес проявляете к моей личности, к моим стримам, поизучайте. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, легендарок побольше, берегите ноги. До скорого, всех вам благ.